фургон в сторону. Мы идем, идем. А, вот это жесть, троица! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, форум, Черная Жерла, Летучка, ФМЗУ, Гусь Санек, Угафыр и Васаби. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет, братья. Да-да, привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, мы скачали просто гигантскую карту и будем на ней записывать режим прятки. Если тебе кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Карта называется гидроэлектростанция. Мы записывали на какой-то старой версии, а это новая версия, она просто здоровая. Надеюсь, я вообще здесь кого-нибудь найду, потому что карта, ну, мега здоровая. Да, пацаны? Да, да. Да. А что я вообще, а где я нахожусь, что я тут не... А, я не могу отсюда теперь выйти. Я нашел. Так, конечно, Дима, пацаны, кого я первого найду, тот красавчик. Так что давайте, кто хочет быть красавчиком? Нет, Дима, не обману эту. Не, я реально, будете молодцы. Ты потом скажешь, типа, то, что кого первым. Ха-ха-ха, я пошутил. Да не, ну я хочу же тоже этот понаходить вас. Так, на карте 7 человек. Хоть бы кого-нибудь найти. Потому что здесь столько потайных мест. Кстати, хочу сказать, что мой аниматроник бьет на расстоянии. И взял специально маленького, чтобы все видеть с-под земли. Чьи двери везде открываются, господи. Дай мне силы и энергии здесь кого-нибудь найти. Нет. Так, мне кажется, вот здесь кто-то ныкается. Вот такое у меня чуечка есть. Ну, не знаю, возможно. И все шумит, тарахтит. Пацаны, как вам карта? От 1 до 10, Больш... оцените ее. 11 из 10. 8 из 10. 9 из 10. 8. Понял. Маленькая карта. Да. Маленькая? Маленькая. Ты издеваешься? Она гигантская. А, я вот залетел сюда в текстуры наверх на крышу, нельзя туда ныкаться. И это очень хорошо. Это отлично. Так, вы взяли маленькие, да, скины? Конечно. Да, конечно, обижаешь. Хорошо, хорошо. Пацан, я кого-то слышал. А, да? Ты меня заталкиваешь. Вы кого-то... О, слышите, там дверь открывается? Все, тихо, значит, тихо, вы тихо, рядом, тихо. Значит, вы рядом, это хорошо. Не знаю. Так. Не, ну возьми гуся. Слышите мне двери? Мне неудобно, гуся, меня выталкивает. Да, нет, а нет, не слышно. Значит, ты врешь, значит, слышно. Я слышу. Так, вот здесь кто-то ныкается. Мне бы хотя бы, ребята, знаете, для начала найти одного. А там у нас уже будет двое, будет легче. Саби, возьми гуся. Вон ты такой мелкий бегаешь. У меня свет вырубил. Ты меня видишь или ты за предмет летаешь? Я тебя вижу. Вон она, Вера с сердечкой бегает. Так. Это я, что ли, Веросердючка? Да. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то веселое, классное. И поддержите обязательно лайкосиком. Дима, ты пока что вышел из комнаты, там мусорка поехала. Да, ты мусорка поехала. Мусорка? Да. Ого, она взорвалась. Мусорка взорвалась. И, кстати, за эту мусорку управлял я. Ого, оно жахает. Да что, интерактивные предметы есть? Это петарда, да. Не знаю. А это вы поспамнили? Нет, это оно само. Я вот начал управлять бочкой, а она потом почему-то взорвалась. А, почему-то. А, понял. Дима, блин, я думал, тут кто-то есть. Нету. Я сейчас так испугался, Димас. Ты сейчас свет выключается. Свет выключается? Вообще класс. Да, в некоторых местах просто свет выключается на некоторое время. Дима, вообще в другой части карты. Ты не там ищешь. Да? Зачем ты подсказываешь ему? Зачем ты ему подсказываешь? Да я ж пошути. А я могу еще зайти перелететь туда на В. Давай, да. Кстати, хочу сказать, что если я даже увижу кого-то издалека, я буду сразу мочить. Так что у вас шансов никаких нету. Дима. Все гудит, жужжит. То ты, видимо, плохо видишь. Ну ладно. А что, я прошел кого-то? Я не знаю. Ну и мы не знаем. Ты так еще и глухой. Да. Да как это глухой? Ты же там пердел сидел? Да, я переделал. Я что-то там пописал. Как эта бочка не взрывается? А ты точно маленький? Да. Да, да он... Я его видел вблизи. Дима. У нас под звуком, у нас будто кто-то бегемот шастает. Чё ж тут так всего много? Как найти кого-то?
Тут в одной комнате 4 человека. Или даже 5. В одной комнате 6 человек. Форум. Тест? Да. А кнопки не работают. Здесь кнопки не работают. О, все, я так спрятался хорошо, прям вообще не видно. Великолепно. О, отлично. Кто-то гуди, слышите? Я уже устал контрол держать. Нет, я слышу. А, мне его вообще держать не надо. Что вот так гудит реально здесь? Высокая... А, тут еще на русском все подписано, нифига себе. Так, ну что, вот мне кажется, кто-то заныкался. Ну, Дима был прям возле меня, его. Ну, взял бы подсказку бы дал мне. Нет, а, не могу подсказку дать. Ищу я сам. Я в банальном месте. Пока что ищи сам, потом уже будем давать подсказки. Хорошо, продвигаемся дальше по карте. У меня тут прямо миллиметр высвечивается только и все. А ты что, бочки все взрываются? Нет, а вон и Дима уже бегает. Ну я могу тебе подсказку дать. Так, что-то я вокруг этой комнаты хожу, а никуда не знаю, куда дальше идти. Вот сюда, наверное. О, там я был уже, понял. Где вы сами? Так, а ну-ка, подожди, где я тебя вообще нахожу? Я что, миллиметр карты прошу только? Да, ты миллиметр. Я же говорил, миллиметр высвечивается. Так, а ну дайте я вот так пролечу. Дим, давай тебе постреляем, что ли? Не, не надо. Дайте я хоть кого-нибудь сам найду, для начала. Дима. Да. Я в банальном месте. Блин, надо было вам дать меньше времени на занычки. Да, нет. Я огромное время дал. Не, нечестно. Да я вам дал минут 40, ребята, серьезно говорю. Да, конечно. Ладно, они, это, минут 10 точно я вам дал на прятки. Дима, я пока заходил, я только зашел, сразу нашел это место. Да. Это что ж такое, я опять пришел туда же. Я могу тебе смело вторую подсказку дать. Там выключается свет. Где? Выключатель найди. Какой выключатель? Там тебе подсказку. Тут везде выключается свет. И точка, мы тебя видим. А ну-ка еще раз пролечу. А я все, я уже, я... А, да? О, да, мы... да. Давайте вот здесь видим. Вот поищем. Я вижу вон гуся. Во, вот тут, мне кажется, кто-то ныкается. Вот такая чуечка. Дим, мне да не стрелять. Я просила. Я не слышу, вы стреляете, я вас не слышу, значит, я очень далеко. Ты вообще не значит далеко. Значит, ты просто в попе мира. Все, тихо-тихо. Тихо-тихо, я пошутил, точка не надо. Тихо-тихо. О, я слышал взрыв. Это не мы взорвали. Это я взорвал. Васаби, ты убежал, что ли? Да, он давно уже. Да вы что, я вообще вас не убью, не убегайте. Слушайте, чтобы понимать, я за Димой сзади хожу, он меня не видит. А, это ладно, врешь. Ролик про АФК. Дима, ты посмотри за мусоркой внимательно. Знаете что, я вам скажу, что если бы вы искали, вы бы не поняли, насколько это сложно. Ну просто нет, если мы бы знали бы эти... Ну мы, может, мы в будущем попробуем это. Может быть, как... Да на этой карте больше не буду записывать, это проклятая карта. Не, ну на этой съемке, ну сегодня. Так, ну что, я вот хожу как дурачок по кругу и никого не наблюдаю. Блин, еще взяли гномиков своих вонючих, которых вообще никогда не видно. А я тебе говорил, я тебе даже показывал, вот ты сказал нормально. Ну я специально тебе дал добро, я думал легче будет, а оно сложно. Меня два раза не увидел. О, вот чувствую, чувствую запах. Говна. Говна? Ну если ты воняешь говно, значит да. Не. Извините, пожалуйста, я случайно просто не испугался. О, ребята, я вообще сделал жирную классную штуку. А ну, какую? А я не буду говорить тебе. А ну и тогда ладно. А ты ВХ включил, понятно. ВХ, все. Какой ВХ? Это, а что такое ВХ? Это сквозь стены видеть. А, не. Не, я такого не... А как я такого могу сделать? Говорит, смотри, разве есть ВХ? Да. Читы. Значит, надо в следующий раз на прятки установить такое. Что? Нет, это не читы, это в консоли можно сделать. А какая команда? А я тебе не скажу. А вот сам гугли. Airdrop. Нет, все, вы ничего не слышали, никто ничего не слышал. Да блин, я реально никого не могу найти. И Дима, ты только что прошел рядом с FM-зумом. Да. Вы понимаете, он на меня два раза смотрел. А как я его не могу увидеть? Что такое? Ты даже не знаешь, где я нахожусь. Чтобы вы понимали, Дима на меня посмотрел, пошел дальше. Это когда? Когда на тебя посмотрел и пошел дальше? Ну, это было, когда ты в комнате ходил, где там трубы какие-то. Я мне понял, кажется, пацаны, он невидимый. Я под столом сидел, ты меня посмотрел, пошел дальше. Пацаны, он невидимый.
Да, я невидимый. Ха-ха, угадал, молодец. А что? Ну, я буду вас специально мочить с-под тишка. А как ты хотел? Я же хочу вас убить. Так вот, вообще, кого-нибудь я в этой карте найду в этой жизни? Вас сами. Конечно нет. Чё она такая сложная? Чё она такая запутанная? Тань, не говори на Икс, а то тебя запалят. Мы замеченные. Мы замеченные у Дима. Да, не, я выключаю звук. Не, говорю про то, что там оранжевым пока. Не, у меня выключено, не буду даже отображаться. А, да, все читерские. Да, мы там говорили. Я ж не люблю использовать читы, как вы, поэтому я по-честному играю. Ой, как бы говорил, Дима. Так, давайте полетим в эту часть. Ё-моё, что ж она такая большая? О, давайте вот здесь буду. Может, тут кто-то сидит. Смотри, если не найдёшь никого за 10 минут, то ты лох. Так, кстати. Согласен, давайте. А если я найду кого-то за 10 минут, то вы лохи. Так, Дима, никому не телепортироваться. Нет, я только по карте пролетаю кусок, потому что реально долго идти. Я тут, я запутываюсь, куда идти. А если там кто-то с тобой в небесах сидит? Да не, я думал, туалет это самое дефолтное место, а это еще дефолтное. Да как найти туалет? Вас? Мне кажется, просто кто-то кому-то было лень браться, он просто стал на спавне, и стоит. Тогда можно, и кстати, я... в принципе, можно так и сделать, я все равно не найду. Да блин, я не могу никого найти, ребята! 11 минут ролика, я никого не нашел! Подсказка. Вы чего? Дима, подсказка, 2 раза ты около меня проходил. Я проходил уже по карте в некоторых местах по 10 раз. И ты думаешь, я запомнил это место? Я ведь эту дверь открывал. Там молодец. Кто-то бьет. Я тоже это слышал. Да вас сами это слышал? Маленькие, короче, знаете, ребята, как они еще делают? Они берут маленькие скины, нажимают Ctrl, и их не видно, поэтому я найти никого не могу. Математический Ctrl. Он бегает. Пацаны, давайте подсказку, хоть какую-то. Мы уже только что давали. А я не слышу, я, наверное, далеко находился по карте. Мы тебя видели в самом начале. Я не знаю, где я был в самом начале. Я уже пролетел тут 1000 разных мест. На конвейере ты был когда-то. На конвейере когда-то я был? Да, я там тоже был, ты меня просто не заметил. Я посмотрел, Дима. Дима, давай в следующий раз кто-то будет просто снимать, кто прячется, а ты когда-то будешь искать. И ты будешь рядом... Дима, а тут убили человек. А кто тебя, как тебя убили? А нет, меня не убили, подожди. Ты сам себя убил. А как... Я от воздуха умер. Не, надо, чтоб я нашел. Так нечестно. Смотрите, я финальную подсказку даю. А там выключается свет, и там есть 2 надписи. Выход и столовая вроде. А, ну все, значит, я уже. Вы представляете, сколько я уже по карте это и хожу? И тут места, которые. Которые реально я еще даже ни разу не был, хотя уже по карте сколько гуляю. Дима, ты так резко замолчал в тот момент, когда я убирал себе лишнюю бочку. Ого! А Сабель, это ты убрал? Она меня раздражала. Там... Блин, я никогда никого не найду. Дим, подсказка. Летай, и там уже зажегся огонь. Вот тебе подсказка. Ну потух уже. А, он зажёгся! Он зажёгся, Дим. Дим, просто летай во все комнаты и увидишь огонь. Не-не-не-не-не, подожди, не мешайте, вы мне мешаете сосредоточиться. Нет. Я реально никого найти не могу, вы представляете? Это первые нычки, которые мы взяли вот такую сложную. Хотя я знал, что будет очень сложно. Дима, тут 6 человек в одной нычке. Ну, я в одной комнате именно. Дима, прислушивайся. Слушай. К пердежу. Звуки природы. Не, никого спасибо. Нету здесь. Я вот гуляю уже. Я офигею! Представляете, никого найти не могу. Как сложно. Ну, если хочешь, я могу сдаться. Нет. Не-не-не. Ну ты бегаешь, открываешь дверь, я слышу. Ну я слышу, да, тоже это. Но никого найти все равно не могу. Блин, карта я реально сложная. Ладно, очень сложная карта. Я вот такую подсказку сделаю. Это ж помимо того, что еще. Вы же понимаете, что. Карта сложная, еще и куча всяких лазеек, где можно сесть и сидеть там. Дим, давай мы тебе. Давай, когда ты будешь в нашей комнате, мы скажем это. Так я невидимый, я хожу невидимый. А, так я тут сам. Ладно, я стою видимый. Все, не стреляй. Я видимый. Дима, из админского пистолета стреляет, ты слышишь? Я не слышал, но я видел, как у меня лагала игра. Все, не стреляй, форум. Дима. Ну что, вы видите меня?
Нет, нет, не видел. Конечно. Вообще нет. Дима, я тут бегал по всей локации. А тут локация гигантская, тут просто миллиард комнат. Ты можешь бегать даже просто... Я тебя в жизни никогда не встречу на этой карте. А давайте сейчас идем со своих нычек, будем бегать. Это да, сложно. Это сложно, я ребята. Я честно скажу, если вы поискали на этой карте, вы поняли, насколько это сложно. Ой. Нереально я запутал. Тут триллион. Я просто хожу. Это лабиринт. Это не карта. Это вонючий лабиринт. Давай мы тебя будем искать. Давайте, если через 5 минут Дима нас не найдет или 10. А все уже. Я вас ищу уже 15 минут. Я не нашел никого. Давайте тогда, Саня, давай выйдем отсюда. Все, Дима, мы тебя идем искать. Давайте, да, давайте, да. Я тебя вижу, Дима. Стой, форум. Где он примерно? Саня, бери английский пистолет, идем. Я шаги слышал. Будем охотиться. Слышите дверь, вот? Слышите? Нет, я не слышу. Мы тебя не слышим. А че тут дверку открыл? Я слышал. Вот это жесть, троица. Ну что, пацаны, я не лох. Да ладно, ладно. Ну честно, я даже по сути, можно сказать, что даже в этой карте я как подсливейшен немножечко. Дима, я хороший. Нехороший. Где же вы сидели? Гномики вы вонючие, поэтому и сложно было. А я тебе не скажу. Ребята, просто надо было вам показать, что когда нажимаешь Ctrl за этих гномиков, там ну практически ничего не видно вообще. Вот я сейчас... Блин. Извини. Да, я понял, ты хотел показать. Не показывай, Саня, не надо. Да, я не покажу. Не, ну мы покажем подписчикам, что реально очень сложно было мне искать. В конце ролик. Короче, знаете, я вам скажу, что в следующий раз мы будем когда играть в прятки, мы этот скин... А его удалю с коллекции. Знаете, кто его попросил добавить? Ты. Зебра. Зебра, да. Все, зебри этот выговор. Зебра бан. За издевательство. Дим, ты где? Вот я, вот. Кто здесь бегает? О, я вижу, Балун Б пробежал, псих. Это я. А это я, привет. Ну чё, давай, где Эдди, показывай. Попробуй найти кого-нибудь, давай. Ну сейчас попробую. А я знаю, где. О, привет. Давай, я посмотрю, как ты ищешь. Сейчас я вот тут у Димы живу. У вас есть карта запутанная? Да вот у меня. Чёрный уже ушел в форум. Так, мы стой, Дим, ух ты, смотри. Кто это? Дим, да блин, ну не надо было не убивать. Все, не мочи, не мочи. Смотри. Нажимай на контр. Будьте там, будьте. А если еще монтировку с рук убрать? Подожди, да, сейчас я возьму. Вот. Смотрите. И вот так вот можно просто проходить и не увидеть его. Они так и ныкались, ах вы крысы. На тебе за это. На тебе тоже за это. Кто стал сидеть? Слушайся, слушайся. О, я в параш. Ты слышал? Не слышал ничего. Иди, хорай бегать около меня. Это ты тут? Так, давайте вообще, кого мы не нашли? Меня. Угабуга, Черная Жела и ФМЗУ. Ну давайте их найдем, давайте, пацаны, покажите. Васаби не нашли. А я знаю, где Васаби. Не знаю. Около меня один бегает. Где-то тут, что ли? Так вы, конечно, понажимали Ctrl и сидите в этих вонючих ящиках. Вот как найти вас? Ctrl отжимайте уже, пацаны. Я есть куст. Я от первого лица буду искать. Дима, я живу в таком месте, где нельзя отжать контрол. Да, то же самое. То же самое. Так, в парашах никого нету. Я парашем там сидел. Тут бы я подумал. Я там сидел сначала. Да? Я в туалете сидел. Нифига себе, ты в туалете долго сидел. Я прям внутри туалета сижу, Дим. Да ладно. Там толчит. Толчится? Да. Бегает тут. А, это ты тут где-то сидишь? Вот и нашел. Мигает свет. Выход. Я в шоке, насколько запутанная карта. Так. О, где? Еще один плюш трап. Дим, давай, смотри. Он если где-то тут. Если я останусь... Васаби, готов к смерти? Моси его. Мочи его. Ты не убил его, не убил. А ты где? Угабуга, я знаю, что тут. Я не тут. Отстань, иди от меня. Я не могу никакие звуки. Да ты что? О, Васаби, где он был? Он на трубах. Как я... Ах, вы хитрые. Так мы все попрятались, Дима. Мы там прятались, а я в другое место пересел, не на том месте. Вы втроем на трубах сидели, на высоте? Втроем, мы втроем на трубах сидели. Поэтому я и никого не мог найти, да? Да. Да. А, пацаны. Я подсказку, что мы тебя видим. А и Б сидели на трубе, да? Кто да, стал? А и Б. Мы покажем в конце ролика, на каких трубах мы сидели. Да ну вас нафиг, я с вами больше не играю. Вы меня троллили весь ролик.
Так, Дима, мы тебе говорили правду, мы тебя видели вначале. Так вот, тут швабра есть, будешь швабру брать и потом убирать за нами. Чё, офигел? Мы же напрокат взяли эту карту, осторожно, не мусорить. Так я ее напрокат взял. Ты напрокат взял? Нет. Да. Маленький ты еще что-то напрокат брать. Я совсем ты. Ну никого нет, вот никого, вообще никого не найти. Пацаны, кто-то с тобой сидел? Нет. А, черный сидел. Черный? Так иди гаси его. Ну я пытаюсь его пока найти. О, нашли черного, молодцы, ребят, ну. Только умеете, когда хотите? А кого не надо, тут випку получит, либо доверку. Ничего. Нет, вообще ничего не получит, потому что вы меня обманывали весь ролик. Мы тебя не обманывали, ты чего? Обманывали, вы сидели на трубах, ну ладно, у нас не было договорено. Мы даже стреляли. Да вы стреляли, знаете, куда вы стреляли? Там никто вас в жизни бы не увидел, что же вы стреляли. В одно место. Всё, я охотник. Вообще... Тут еще вентиляция. Представьте, тут вентиляция заныкаться. Вот это было вообще читерски. Я охотник на аниматроников, я вас стреляю. А кто остался реально? Угобога и Фанзум. Давайте, пацаны, быстро всех ищем. Не найдете. Ну, Угобога давал подсказки, но не понимаю, где. Я не помню, какие подсказки. Мигающий свет. Да а я знаю, где он. Я знаю, где он. Я сейчас просто по кругу бегаю на карте. Я вспомнил. Я же говорю, тут очень сложно. Тут можно реально бегать по кругу. Как дурачок, и никуда не знаешь, куда дальше идти. Да тут нереально бегать по кругу, ты тут заблудишь. Я. Вот эта карта, ребят, вот просто оцените. Насколько здесь куча всего. Я старался найти выход, и просто вокруг Димы бегал. Я шел сюда и видел, как Угобуга прятался. Я его не знаю. Это где? О, я знаю, как их можно поискать сейчас. Я вспомню, где он, но он, скорее всего, убежал. Это да, ты? Я убежал. Это кто? Кто за бомбой? Так, и эй, не вылетай, гори смот, нет! Ну, Дима. Ну, гори смот, ну не вылетай! Короче, ребята, в этом ролике победитель у нас Угобуга. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще вот таких много издевательств от тех, кто ищет, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, на всем отличного настроения, и всем пока.